Привет всем, с вами Норд, и мы начинаем прохождение игры под названием State of Decay. Состояние распада, либо же разложения. Также мы потом пройдем дополнение Breakdown, вроде как авария, и Lifeline, линия жизни. Но сначала начнем с основной игры. Профиль 1, выбрать списки лидеров, достижения, справка и настройки. В справку мы, наверное, попозже зайдем, здесь есть как играть, здесь можно немножко прочитать будет. Вот это вот все, но чуть попозже. Поэтому пока начинаем просто новую игру. Дерьмо, вот дерьмо. Держись, я иду. Подсказка, нажмите ЛКМ, чтобы атаковать врага, защитить. Чувак, думаю, эти парни хотят нас съесть. Так, чтобы атаковать левую кнопку мыши. Как все резко началось. Так, с нами играет NPC, да? Игра, собственно, про зомби. Точнее, против зомби. Ты в порядке? Один из этих психов пытался укусить меня, но я в порядке. Да, в полном порядке. Ну, на видном месте точно торчать не стоит. Домик лесника? Домик лесника. Может, там нам помогут? Идите в домик лесника. Что за фигня? Нас не было 2 недели, и что? Все стали каннибалами? Без понятия. Так, по центру, я так не помню, что там было написано. Не очень мне нравится, когда и интерфейс показывают, и тут же говорят что-то. А в дневнике появились новые записи. Чтобы просмотреть их, откройте его с помощью кнопки Tab и перейдите в раздел «События». Так, Tab. На вкладке «Навыки» вы сможете узнать, насколько вам удалось развить каждое из ваших умений. Разные персонажи владеют разными навыками. Чтобы узнать больше навыков, например, о том, как развивать их, что они дают и какие способности будут доступны после этого, щелкните по соответствующему навыку мышкой. Развитие некоторых навыков, например, умения «Бойцовские навыки», не успел прочитать. Ситуация на базе, боевой дух, что-то типа еды, здоровье, патроны, строительство, видимо, и какие-то... топливо, наверное. Влияние какое-то. Население 2. Видимо, я и он. Я и он. Я. Кто я? Маркус Кэмпбелл. 75 здоровья. 115 пульс. Или что это у нас значит? Прирожденный лидер. Любитель пешего туризма. Клерк. Прирожденный атлет. Такая А как О. Атлет. Выносливость. 2 звездочки. Интеллект. Борьба, стрельба, сила. Все по одной, эти 2 по 2. Так, основной навык. Везде есть описание. А еще здесь есть лидерство. Так, поочередно сейчас тогда посмотрим. Надо все это не упустить. Идите в домик лесника. Это у нас мини-карта показывает, куда. Это, видимо, у нас выносливость, это здоровье, это хилки. Так, это наш рюкзак. Путешествовать налегке хорошо, но еще лучше всегда иметь нужное под рукой. То есть у нас есть инвентарь из 8 ячеек. Поможет восстановить запас энергии. Так, это у нас закуска. Использовать, сломать, удерживать Е. Ломать мы это не будем. Приглушает боль, но не помогает при серьезных ранениях. Анальгетики. Ветка. Не повышай голоса, но держи наготове большую ветку. 4 фунта. 0,20, 0,30. Так, вес пока не знаю зачем, но, видимо, если переборщим, то мы не сможем бегать, если слишком много на себя возьмем. Так, выносливость. Основной навык. Главное правило для выживших. Если энергия закончится, это конец. Вы не сможете драться и не сбежите. Вам крышка. Максимальная энергия 5. Так, ну, видимо, вот эта энергия 5. Интеллект. Основной навык. Когда дело пахнет керосином, нужно думать быстро. Чем быстрее вы оцените ситуацию, тем больше у вас шансов выжить. Скорость сбора 9 секунд. Так, что-то, какой-то сбор. Основной навык. Иногда лучшая защита – удар водопроводной трубой прямо в лицо. В других случаях – убраться с пути. Бонусное здоровье 0. Стрельба – основной навык. А раньше стрельба была для вас просто хобби, а сейчас без этого не выжить. Уменьшение от отдачи… от отдачи. Уменьшение отдачи… 0%. Можно читать как дача. Здесь такой небольшой раздел, как будто пробел стоит. От дачи. Так что уменьшение дачи. Шанс смертельного удара. Особый навык, так, у нас сила. Особый навык, только не проси меня помогать двигать мебель. А ладно?
Шанс смертельного удара плюс 0%. Лидерство. Особый навык. Особый. Так, 4 основных получается. 2 особых. Особый навык. Люди склонны слушать меня и делать то, что я скажу. Укрепление дружбы плюс 10%. Так, хорошо, дальше идем, да? По порядку. На странице люди можно узнать все о вашем персонаже. Как его зовут, какая экипировка у него есть, какие особенности и навыки характерны для него. А также в каком состоянии он находится, чтобы получить информацию о конкретном предмете. Выберите его мышкой. Все действия в инвентаре также выполняются с помощью мышки. Так вы сможете вооружить и разоружить вашего персонажа, перезарядить оружие и много чего там еще написано, наверное, было. Так, это у нас Эд Джонс. Так, Маркус Кэмпбелл, мы за него. Мы, по-моему, можем переключаться. Может быть, не сейчас. Эд Джонс. Отношение упорность. У нас тоже упорность. Ножка стула. Обеденный стол мужественно пожертвовал собой. Ножка стула. Ударное оружие. У нас ветка. Тоже ударное оружие. 4 фунта, 3,8. Это я не понимаю, что... Так, нельзя, да? В общем, снизу что-то одна какая-то клеточка из 5. Здесь, собственно, то же самое. Так, без оружия, без оружия. Командный игрок. А, это все разные. Я думаю, это как бы название, это определение. Так, прирожденный лидер. Когда я говорю, люди обычно слушают. В большинстве случаев это хорошо. Навыки лидерства. Любитель пешего туризма. Хорошие носки и стельки могут принести очень много пользы. Качество ткани и одежды действительно играет немалую роль. Повышение выносливости, повышенная выносливость и интеллект. Как ни крути, а занятия лучше моей прежней работенки. Клерк. Что это дает? Прирожденный атлет. Никогда у меня не было желания стать больше и сильнее и таскать тяжести. А сейчас у меня это хорошо получается. Сильный человек. Так, вы. Вы сильный человек. Это наша группа. Так, второй, Эд Джонс. Командный игрок. Взаимодействие – это главное. Нам нужно научиться жить вместе. Нам нужно научиться работать вместе. Идеалист. Бухгалтер. Раньше я щелкал математические ребусы, а теперь щелкаю черепушки. Кто бы мог подумать? Фанат американского идола, что ли? Ты ведь не поешь? Фанат телевикторин. Ловкость. Прежде всего нужно знать, как держать удары, а лучше их вообще избегать. Отличные рефлексы. Из Трамбула. Здесь в округе Трамбул. Прошло мое детство. Знаю его как свои 5 пальцев. На задание... Так, а где нас писали здесь? А вот вы, это просто типа наша группа. Так, дальше. Все, что происходит с вами в игре, записывается на странице события. Новые задания, результаты выполнения предыдущих событий, происходящие в группе, сведения о развитии навыков, а также глобальные события, которые происходят в долине Трамбул. И тем или иным образом влияют на вас и ваших союзников. Все это вы найдете на этой странице. Чтобы просмотреть конкретные события, нажмите. Задание «Найдите помощь». Здесь небезопасно. Так, 24-е это сегодня. А это у меня еще игры не было тогда. Ежегодная рыбалка. Дневник на рыбалке. 3 недели вдали от суеты цивилизации. Ни интернета, ни мобил, ни забот. Вот это жизнь, Маркус. Пытаюсь не дать эту Эду вляпаться в дерьмо. Пока не очень получается. Весельчак и искатель приключений. Так, события на рыбалке. Ну, видимо, они когда были на рыбалке, еще до начала игры, получается. Похмелье и палтус. Рыбалка до рассвета. Тоже 7-е число. Порыбачить на рассвете – это нечто. Но если перед этим пришлось лечь спать в 3 утра, какая уж тут рыбалка? Куда, черт возьми, это подевал... Что-то мне это всегда кажется это. Это подевал все виски. Все виски. Маркус. Так, еще через 3 дня. Хорошо, что удалось... Слушай, мудак, нам не нужны проблемы. А, понятно. Бьем. Хорошо, что предупреждает. Я сначала подумал, что это мне, как бы, а потом думаю, а почему бы это, а с чего это вообще мне? То есть здесь пауза не ставится, так понимаю. А, вот, кстати. По новой показывается. Чтобы рассмотреть конкретное событие, например, узнать, сколько человек задействовано и что вам причитается за выполнение задания, выберите его с помощью мыши. Так, а здесь будет повтор? Да, все действия в инвентаре также выполняются с помощью мышки. Так вы сможете вооружить и разоружить вашего персонажа, перезарядить оружие, использовать припасы и уничтожить ненужные предметы.
Чтобы узнать больше о навыках, например, о том, как развивать их, что они дают, какие способности будут доступны после этого, чем непосредственно навык и мышка, развитие некоторых навыков, например, умение бойцовские навыки, позволит получить узкую специализацию и изучить новые приемы. Так, хорошо. Дальше. Тишь да гладь. Хорошо, что удалось ускользнуть. Знаешь, что лучше всего в этой поездке? Здесь не ловит сотовый, не нужно проверять рабочую почту, никаких тебе приказов на вроде аудит в компании Майерс нужно сделать до понедельника, никакой ленты новостей, никакой суеты и много рыбы. Маркус. Дневник «Молодая любовь». Да поможет нам Бог. Эду понравилась девушка в магазине «Все для рыбалки». Опять, Господи, помоги. Маркус. Опять. Точка. Господи, помоги. Дневник «Местный колорит. Что за странные звуки?» Так, это уже через 13 дней. Ночью были слышны странные звуки, как будто кто-то запускал фейерверки или вроде того. Эд говорит, что это 75-й ежегодный слет скучающих подростков Спенсер Милл. Маркус. Так, ну он местный, он типа здесь все знает. 23-е. Дневник «Отпуск закончен. Пора на базу». Этот отпуск пролетел как один миг. Ну ладно, пора собираться возвращаться к реальности. Не хочется и думать о том, что там делается в моем рабочем почтовом ящике. Маркус. Так, ну и 24-е это вот сегодня. Сегодня же 24-е, сегодня 24-е. Собственно, сегодня я и запустил игру. Задание «Найдите помощь». Здесь небезопасно. Откуда, черт возьми, взялись эти психи? И почему они такие кусачие? Эд. Эд Джонс. Хочет добраться до домика лесника? Маркус Кэмпбелл. Не собирается умирать. А, это как бы их мысли. То есть задание. Хочет добраться, а Эд не хочет умирать. Я думаю, это как мини-переписка у них какая-то идет. Так, хорошо, здесь все прочитали. Дальше у нас еще что-то есть. Непонятно, домик какая-то, типа, как государство или кто это, полиция. Так, а у тебя не посмотреть, да? Того не посмотреть. Так, ладно, тогда теперь переходим в справку. Теперь можно. Как играть? Выживание. State of Decay — это так называемая песочница, игра с открытым миром, в которой время не замирает ни на секунду, а ваша судьба напрямую зависит от ваших действий. Не надейтесь, что зомби вас пощадят. Если вы и ваша группа хотите выжить, вам нужно будет найти надежное убежище, а затем превратить его в неприступную крепость. Вам придется искать еду, лекарства, боеприпасы. Но... То есть все, что поможет вам выжить. Привлекайте сталкеров, их можно отправить на поиск припасов, а затем организовать из этих людей целую сеть поставщиков. Укрепляйте и модернизируйте базу, в этом вам помогут подручные материалы и стройматериалы, которые вам тоже придется искать. Действуйте взвешенно, ресурсы не вечные, и их запасы постепенно иссякают. Помните также, что зомби реагируют на шум. Если вы любите действовать агрессивно, не ждите, пока зомби начнут нападать. Совершайте дерзкие набеги на места их скоплений и безжалостно уничтожайте этих тварей. Если вы предпочитаете обороняться, стройте укрепления и готовьтесь отражать массированные атаки зомби. В этой игре каждое ваше действие имеет огромное значение, ведь это копия реального мира. База. Так, а там что было? А, назад. Escape. Не то. Это было выживание. База. Дневник позволяет управлять базой. Здесь вы найдете сведения о членах вашей группы, в том числе данные о том, сколько у них осталось энергии и здоровья, как они экипированы, их навыки, в каком состоянии они находятся, а также сведения об интересных особенностях их характера. Если вы подружитесь с кем-то из выживших, вы сможете играть ими. Если вы серьезно настроены выжить, добывайте ресурсы, спасайте других выживших и делайте их членами вашей группы, а также стройте разные сооружения, которые обеспечат вас всеми необходимыми ресурсами. На каждой базе есть как уже возведенные постройки, так и место для строительства новых сооружений. Не хватает места, нужно расширить базу, найдите место для новой базы, где вы будете чувствовать себя в безопасности и сможете разместить больше людей. Регулярно проверяйте запасы, так как количество припасов напрямую влияет на боевой дух членов вашей группы. Если боевой дух падает, негативные последствия не заставят себя ждать. Исследование. Исследуйте игровой мир. Вы можете лазать по... забором, преодолевать преграды, прыгать сквозь окна и взаимодействовать с многими игровыми объектами. Для этого используйте кнопку пробел, space. Оставайтесь
Незаметными. Чтобы пригнуться и стать незаметным для врага, нажмите и удерживайте C. Чтобы передвигаться, пригнувшись, используйте кнопки VISD. Чтобы распрямиться, нажмите C еще раз. Если вы пригнулись и находитесь в кустах, у врага будет еще меньше шансов обнаружить вас. Чтобы убить зомби одним ударом, нападите на проходящего врага из засады. Открывайте новые возможности. Вы можете взаимодействовать с игровыми объектами, например, открывать двери, осматривать контейнеры и заколачивать окна досками. Для этого используйте кнопку E. Выражайте свой нрав. Позвольте вашему персонажу выразить свою гамму своих эмоций. Да. В этом вам помогут кнопки 1, 2, 3, 4. Схватка. Практика – это сила. У всех персонажей есть свои особенности, некоторые из них делают вас сильнее в бою. Выполняя испытания, вы сможете развить эти навыки, при этом вы сами решаете, какой из них выбрать. Вам нравится оставаться в тени, можете незаметно пробраться в любое здание, или вам больше по душе крушить зомби направо и налево. Специальные приемы. Чтобы выполнить специальный прием, например, оттолкнуть зомби или оттолкнуть его в стену, нажмите Z, сокрушающий удар, когда враг лежит на земле, нажмите Z, чтобы добить его. Так, хорошо. Автомобили. В мире количество автомобилей, как и всех других ценных ресурсов, ограничено. Есть смысл пригонять их на базу и проводить их обслуживание в мастерской. Машина, не подлежащая ремонту, будет потеряна навсегда. И не забывайте, что машины шумят. Задание. Чтобы знать о новых заданиях, следите за картой и слушайте радио. Задания бывают разных типов, от вылазок за припасами до помощи соседям в отражении атак зомби. Выбирайте задания с учетом потребностей группы. Некоторые задания ограничены по времени, так что тщательно выбирайте свои приоритеты. Выживание – изнурительный труд, а люди, в отличие от зомби, должны отдыхать. Когда ваша энергия и здоровье на исходе, возвращайтесь на базу отдохнуть или возьмите с собой другого члена группы. Влияние. Апокалипсис изменил мир навсегда. Деньги теперь просто бумажки. Новая валюта – это припасы и влияние, заработать которое можно только делами. Если у вас есть влияние, вы не пропадете. Взять патроны из шкафчика с припасами или одолжить лекарства у соседей – все это не составит для вас труда. Заработать влияние несложно, приносите пользу. Так, хорошо. 1, 2, 3. 1. Класс. Здорово. Так, три анимации, да? Три анимации, но они рандомно срабатываются. Так, двойка. Это, короче, что-то типа... Жрите, ублюдки. Агрессия, короче. Провокация даже, вот так, наверное. Больше провокация. Так, тройка. Не думаю, что смогу это сделать. Так... Я сначала подумал, это вроде свой. Это не свой. Откуда вы беретесь? Так, Z, чтобы добить. А можно еще назад толкнуть. Вот понабежали-то. Ну, назад хорошо добивается. Так, правая кнопка мыши, это прицелится. Но, видимо, сейчас пока мне это не нужно. Да, левая кнопка не нажимается. Но это, видимо, будет оружие. Ясно. Их нельзя облутать. Это вроде в них ничего нельзя взять. Мне кажется, на них это вряд ли будет действовать. Они же зомби. Им же все равно на эмоции. Так, ладно, это было что-то эпичное. Это опять же на Z нажатие. Надо найти, может, какая-то другая кнопка есть. Может, на мышке есть какая-то кнопка. Надо будет посмотреть. А можно сейчас посмотреть. Есть же управление. Так, дневник Tab, левый Alt. Это у нас рация, карта М, общение капс, движение, прыжок, бег, пригнуться, кувырок, левый контур, надо запомнить. Взаимодействие Е, ЛКМ, пойти в рукопашную, выполнить Z, только, видимо, Z. Прицел, разведка, правая кнопка мыши, стрелять левая, перезарядить R, пробел, режим стрельбы какой-то, камера, масштаб, вождение, вперед-назад, понятно, ручной тормоз, пробел, выйти из машины, удар дверью есть какой-то. А, это, видимо, пока мы будем ехать. Ну, правда, мы тогда сломаем машину. Освещение Т. Гудок Q. Это привлекать внимание. Сирена. Это очень сильно привлекать внимание. Левый контур. Использовать предмет. F. Так, предметы. Следующий. Это мышка, наверное. Вниз, вверх. Бросок, рюкзак. Бросить рюкзак. X. Фонарик Т. Так, X, Т. Надо запоминать. Так, эмоции. Здесь... Мы еще четвертую не посмотрели.
Карта, следующий пункт, tab, z, предыдущий, смените обозначение пробела, активируйте ориентир, левая кнопка мыши, пользовательский интерфейс, активировать пауза, escape, вариант 2, 3, непонятно, предыдущая вкладка, ладно, ладно, прокрутка, хорошо. В общем, чисто на z только надо нажимать. Так, тройка мы посмотрели. Извини, ты сам за себя. Так, четверка. Четверка, согласие. Тройка, отказ. Двойка, провокация. Единица, типа, благодарность, восхищение. Так, а мы приплыли сюда на вот этом, да? А плавать ты умеешь вообще, нет? Так, туда не идет. Ладно. В воде как-то он себя ведет, даже мышка, по-моему, вверх-вниз не крутится. Да, вот все, наверх нажимаю мышку, ну, веду, она не поднимается. Сейчас выйдем. Вот здесь сразу поднялась. Хорошо, ладно, идем пока по куда. По мини-карте, есть карта, кстати, на М. Ситуация на базе, боевой дух, это мы все посмотрели. Масштаб, можно приблизить, отдалить, выбрать задание на таб. Так, ну это, кстати, удобно, сразу ближайший, наверное, берет. Это хорошо, то есть, в принципе, идти совсем недалеко. Ориентир. Можем свою метку поставить, это хорошо. Свернуть карту, понятно. Задание, это у нас типа легенда, определение. Задание, ориентир, ориентир. Почему-то синенький. Безопасная зона, ваша позиция, здесь ничего нет. Так, что показ легенда. Пускай будет. Так, что у нас здесь такое? МТ Рашмор, The Alamo, The Grand Canyon. Map Key. Госпиталь, информация, полицейская станция, банк, пост-офис, это, видимо, почта, мови-театр, кинотеатр, City Focus, Public Toilets, 24 часа, между прочим, Children Playground, так, и аэропорт. Так, а Children Playground, это что? Нет, просто. Просто интересно. Сейчас быстренько через камеру наведу. А, детская площадка. Playground просто обычно как фон считается, либо там задний фон. Получается площадка. Хорошо, детская площадка. Так, и снизу у нас что написано, что-то запомни. Не забудьте заполнить бензобак и желудочный баллон в бронтогаз. Желудочный баллон. В общем, перекусить. Так, вот здесь снизу что-то еще. Только отключил. Только переводчик выключил с телефона. Так, сейчас мы это тоже прочитаем. Все, что пишут. Долина Трамбл образовалась миллионы лет назад, когда ледники отступили и вода стекла из Канады. И результатом стала плодородная долина, богатая чем-то там СЕ. Я даже не знаю, где это вообще есть. СЕ. Переводит-то не так, как тут пишут. А, там у нас на пробел мешает. Так, в общем, чем-то богатая скованная стихия, в результате чего образовались прекрасные сельскохозяйственные угодья. Но только когда к Маршалу прибыли поселенцы, земля фактически использовалась под посевы. Так, чем она там богата? Богатую наносами. Наносами, как видно, защищена от стихийных бедствий. Так, ладно. Слева не очень понятно. Что-то вердном это я явно не переведу. Valley. Тоже этот газ. Так, хорошо, карта у нас вот такая вот. Ладно, побежали. Так, выносливость кончается. То есть лучше не бежать. Минутку. Блин, ну этих парней вид тоже не очень. Да, будь ниже травы, тише воды, тогда, возможно, мы сможем пройти мимо них незамеченными. Нажмите удерживать C, чтобы присесть. Так вас будет труднее заметить. А, надо и удерживать. Так, все понятно. Если один раз нажимает, он просто оглядывается, не знаю, зачем. Так, ладно, удерживаем, ползем. А мимо кого? Чтобы спрятаться, залезьте в куст и присядьте.
Это считается кустом? Мне кажется, что нет. Так тут как бы никого нет уже, мы всех поубивали. Ну, возможно, вот так нас не видно. Тебя, конечно, сожрут. Меня как бы не видно. Ладно, понятно. Во время выполнения задания игра не сохраняется. Завершите задание, чтобы сохранить свой прогресс. Ясно. Так, там кто-то есть. А это труп, я думаю, какое-то животное. К оружию. Так, ну он вроде... Нет, я думаю, он живой. Так, уровень борьба 2. Оно у нас прокачивается. Так, борьба улучшена. Максимальный запас здоровья увеличен. Под лежачий камень вода не течет, верно? Популярность плюс 1. Так, борьба. А, вот да, у нас до этого было 1, теперь 2. Бонус на здоровье 5. Хорошо. Так, это туалет, да? Какие-то мощные уже. Необычные. Это ты бегать перестал. А, он, видимо, здесь не бегает. Так, у нас еще, кстати, ворот есть. Ресурсы. Так, тут есть какие-то ресурсы. Это, наверное, надо потом приходить. Или сейчас. Я просто ничего пока нажать не могу. Я нажимаю на Е, ничего не работает. Ну вот, что-то сожрал. Чтобы выбрать предмет, нажмите F, чтобы использовать выбранный предмет. Да, я уже F нажал. Это я пока не знаю, что такое, пока... Это, по-моему, энергия у нас. В общем, на F не нажимаем. В общем, не знаю, возможно, здесь что-то будет, но потом. Открывать и закрывать двери можно с помощью E. Пусть будет открыто. Короче, сюда попозже сходим. Нам пока даже не дают обыскать местность. Надо идти в дом. Ranger Station. Это у нас домик лесника. Помоги мне пододвинуть это к стене. Нам нужно освободить место для раненых. Вендел, сделай ревизию всех лекарств, которые у нас есть. Они нам еще пригодятся. Какой-то Томас говорит. Так, ну видимо там двое выживших внутри. Quit Horse 10 PM, 10 AM, ой, 7 AM. Кто-нибудь может объяснить мне, что здесь творится? Здесь их куча, вот что тут творится. Надо проверить остальные домики, может там есть выжившие, но мне нужно ухаживать за ранеными. Хорошо, посмотрим, что мы можем сделать. Мы будем. Спасибо, тут есть водонапорная башня, с которой открывается хороший вид на лагерь. Стоит подняться туда и осмотреться. Вон там в шкафчике есть немного припасов. Возьмите все, что вам нужно, и берегите себя. Чтобы открыть карту, нажмите M. Найдите помощь. Безопасно пока что. Обнаружен новый обзорный пункт. Так, припасы. Теперь вы член группы. Нажмите Tab, чтобы открыть свой дневник. Сведения о ваших новых товарищах приведены в странице «Люди». Так, население теперь уже 5. Мы просто приконнектились к этим. Кто это построил? Так быстро. Так, появились новенькие. Томас Риттер. А на базе отношения упорность сковорода. Вы не можете сделать омлет. А без оружия. Непререкаемый авторитет. Все будет хорошо. Идеалист. Любитель походов. Силовая борьба это довольно весело, но уменьшить количество зомби было бы неплохо. Развитый интеллект, повышена выносливость. Путешествие. Всегда было такое чувство, что я умру необычным образом. Прирожденный лидер. Так, ну то, что мы уже видели, я уже просчитывать, естественно, не буду, потому что это то же самое. Вендел Хиггинс. Ненадежность. Свинцовая труба. Универсальное средство водоснабжения. Я так понимаю, это, наверное, урон. Степень урона, то есть 4 палочки. Ну, не палочки эти. Ячейки. Заполнены. Без оружия. Эксцентричная особа. Некоторые считают меня странным человеком. А я думаю, что это они странные.
Обожает антиквариат. У каждого предмета есть история и собственная душа. Впрочем, я не жду, что такой человек, как ты, это поймет. Склонность к накопительству. Историк. Эзекииль. Маршал перевернулся бы в гробу, если бы увидел этот город сейчас. Опыт в исследовании. Рассеянность. Небольшие проблемы с концентрацией. Медленное улучшение интеллекта. Так, у нее травма есть. Шейла Брукстон. Травма, перелом ребер. Плохо. Энджер. Не забывайте ухаживать за своим постапокалиптическим огородом. Тоже 4. Ячейки. Мечтатель. Так они говорят, что я витаю в облаках. Хочу заметить, что могут быть разные точки зрения на одно и то же. Любитель пешего туризма. Видели? Клерк. Видели приступы астмы. Бег – это отстой. Медленно развивает выносливость. Медленно развивает выносливость. Это, наверное, и хорошо, и плохо. А нет, это получается плохо, что как бы... Не то, что оно само по себе медленно развивается. Наоборот, что выносливость, она у всех развивается, но у нее именно медленно. То есть это получается плохо. Хорошо. Так, борьба улучшена, выполнена под ударом. 24-й, так, 6-10 пм. А время я здесь особо-то и не видел, где у меня время. Ну да ладно. Мы вроде долго возились. 5.43. Ну ладно. Добрались до домика лесника, но все еще не выбрались из леса. Эд бы наверняка не пропустил этот случай и придумал бы какой-нибудь каламбур. Маркус. Маркус, что тут, мать ваша, творится? Эд, самый худший отпуск. Так, новая постройка, медпункт. Так, ну у тебя, да, у тебя ребра сломаны, поэтому поспи. Новая постройка, медпункт. Все члены группы будут оставаться здоровыми. Улучшает здоровье, повышает шансы на выздоровление от травмы и болезни каждый день. Бесплатная медицинская помощь, максимальный запас здоровья плюс 10. Вероятность ежедневного восстановления после травмы и болезни 15%. Так, ну это надо строить когда-нибудь. Что у нас здесь? На странице ресурса указано, что находится в распоряжении вашей группы. Чтобы получить информацию о конкретном предмете, выберите его мышкой. В разделах «Состояние и имущество» приведена статистика вашей группы. Запасы помогают вашей группе держаться на плаву, то есть не болеть и защищаться от зомби. Так, состояние. Вам понадобится это дальше. Вам понадобится еда, чтобы не голодать, медикаменты, чтобы противостоять болезням, боеприпасы, чтобы защититься, стройматериалы, чтобы строить новые сооружения, топливо для проектов, мастерской и ловушек на форпостах. Количество запасов меняется ежедневно. Давай-ка еще раз. Можно дальше сразу. Так, ты не зомби? Вроде пока еще не зомби. Давай дальше сейчас мне покажет, что мы там не дочитали. И перейдем сюда в состояние. Количество запасов меняется ежедневно. Дневные корректировки зависят от построек, населения и застав. Так, состояние смотрим. Так, здесь собрано все ваше имущество. Оружие, в том числе огнестрельные автомобили, а также разные предметы. Наше имущество, запасы, состояние. Влияние. Чем выше ваш авторитет, тем сильнее будет ваше влияние в обществе. Имея влияние, вы сможете добиваться своего, либо совершая добрые дела, либо просто запугивая непокорных. Чем больше у вас влияние, тем охотнее люди выполняют ваши просьбы. В мире, где деньги стали бесполезными бумажками, настоящую ценность имеет только... Только вниже никак не посмотреть. Видимо, только влияние. Население. Приглашая людей в группы, вы получаете... Мы получаем дополнительные рабочие руки и бойцов, но при этом приходится делиться ресурсами. Чем больше численность населения группы, тем мы сильнее, но и тем больше у нас потребностей. Рабочие. Так, население 5. Рабочие. У нас все работают с утра до вечера. Уставшие и травмированные освобождаются. Остальным работы хватает. Так, пятеро. Так у нас вот одна хромая же. Не хромая, а с ребрами. Хотя мы когда зашли, она что-то там заколачивала, по-моему, окна. Популярность 101. Уже нет знаменитостей и распускать слухи больше не о ком. Теперь популярность определяется тем, насколько окружающие уважают вас за ваши дела. Ваш авторитет находится в постоянной взаимосвязи с этим показателем. То есть, чем выше ваш авторитет, тем вы популярнее. Кровати. 0. Каждому необходимо по кровати, иначе они не отдохнут. Так, хорошо. Как бы кровати нет. Запасы. Так,
А здесь можно, да, вот так, по-моему, паузу ставится. Так, возвращаемся. На чем мы там остановились? Кровати ноль. Это мы посмотрели. Дневные пайки. На первом месте для нас пища и вода. В каждом ящике еды хватит нескольким людям на день. Минус 5 в день. Так, то есть надо за этот день все найти. Запасы. Коробки с лекарствами. Никому нельзя болеть, чтобы люди были здоровы. Необходимы лекарства также. Их можно использовать в лазарете для ускорения лечения. Максимальная вместимость 45. Здесь тоже 45. Здесь тоже 45. Ящики с боеприпасами. Никто не знает, пригодятся ли деньги завтра. Скорее всего, нет. Когда конец света, самая крепкая валюта – боеприпасы. В одном ящике боеприпасов столько патронов, что одному человеку хватит надолго. В одном ящике боеприпасов столько патронов, что одному человеку хватит надолго. 45 максимум. Минус 0. Так, здесь минус 1, потому что у нас одна болеет, да? Стройматериалы. Похоже, все магазины закрыты, а нам нужно вести строительство и поддерживать укрепления и много чего еще, чтобы выжить. Максимальная вместимость 70. Минус 2 в день. Так, бочки с горючим. Нам хватает топлива для заправки автомобилей, так как мы мало ездим. Но нам оно также понадобится для коктейлей Молотова. Максимальная вместимость 45. Имущество. Оружие. Так, что он здесь? Закрыть подробности. Здесь подробностей нигде не было. Оружие ближнего боя. Самый очевидный и простой способ разобраться с зомби – это пойти на них в рукопашную. Каждое оружие имеет свои отличия, но в итоге все сводится к одному. Нужно разбить ему голову и уничтожить мозг. Так, надо еще будет потом, я надеюсь, в истории-то нам расскажут, откуда вообще взялись эти все зомби. Оружие. Если бороться с зомби все равно нужно, почему бы не делать это на безопасном расстоянии? От оружия много шума, боеприпасов постоянно не хватает, но я чувствую себя намного спокойнее с оружием в руках. Автомобили. Поможет быстро унести ноги, перевести много вещей и задавить целую кучу зомби. Мало что ценится так же высоко, как автомобиль. Предметы. Полезные предметы, которые мы нашли или изготовили. Прежде чем упаковать рюкзак, нужно все тщательно спланировать. Так, подробности. Кронштейн 2 на 4. Кронштейн 2 на 4 с металлической скобой. 5,3 ударное. А, это ударное оружие. Так, хорошо. Правда, удар у тебя тоже слабенький, да? Один из пяти. Так, а здесь у нас что? Аспирин. Заглушает боль, но непригодно для лечения тяжелых ранений. Средство из тех, что продаются во всех аптеках. Словом, аспирин. 0,30. Так, хорошо, здесь у нас что? Медпункт. Это главная страница, на ней можно просматривать, строить и модернизировать сооружение вашей группы. Нажмите на помещение, чтобы просмотреть подробные сведения о связанных с ним бонусах и доступных действиях. Лазарет крайне важен для борьбы с заболеваниями и лечения травм. Огород будет всех кормить, а смотровая вышка повысит уровень безопасности. Повысит уровень безопасности. Медпункт. Возможные действия. Значит, сюда можно нажимать. А это можно еще и выбрать. Преимущество сооружения. Бесплатная медицинская помощь. Максимально. Ну, это мы видели. Травма, болезни 15%. Вылечить больных. У нас и есть кое-какие лекарства. Можно отдать их больным. Но я человек маленький, так что не мне решать. 1 час 12 минут. Я здесь не при делах. Так, ну, допустим, выбрать. Не выбирать. Значит, нечем лечить. Так, хорошо. У этой травмы ее надо как-то вылечить. Травма, перелом ребер, кстати, мы сюда не наводили. Значительно ухудшилось здоровье и снизилась энергия. Рекомендуется постельный режим. Средний шанс на выздоровление каждые 24 часа. Так, ладно. Нам нужно что? Холодильник или что это у нас? Шкафчик припасов. Подсказка для просмотра предметов другого типа. Используйте Z-этап. А, ну, вот здесь, в принципе, а это все нет. Нет, это патроны, это оружие, это ближний, это что, инструменты какие-то, ну, аптечки. Взять. Так, заглушает боль. А у нас что вообще? Поможет восстановить запас энергии. Надо запомнить, что это закуска, запас энергии. А это заглушает боль. Средства из тех, что продаются во всех аптеках. Во всех аптеках. Заберем.
Забрать? Взять. Так, оружие, не знаю, есть смысл, нет? Непригодно. Кронштейн. Вроде по... Ну, если вот это все-таки урон, то урон одинаковый везде. Пускай будет он. Палку мы, наверное, выкидывать не будем. Патроны вроде как и есть, вроде как и нет. Нет, можно взять. Патроны небольшого калибра для пистолетов, револьверов, винтовок и автоматов. 22 калибр. Мощный патрон для пистолетов некоторых револьверов и винтовок. Дальность полета пули средняя. 45 калибр. Для дробовиков. Патроны для дробовика. Но пока, наверное, нам ничего это не нужно. Текущее влияние 0. При этом можем все забрать. Ладно, забирать пока ничего не будем. В доме, я так понимаю... А, ты бегаешь только через шиф в доме. Так, айс. Там должен быть лед, наверное. Это что у нас? Так, это медицинское. Это объявление. Кемпинг, нотис. Какое-то уведомление. Варник, осторожно. If you use it, wash it, dry it and put it away. Your mom doesn't like her. Please leave the kitchen in clean manner. Пожалуйста, покиньте кухню. Так, приветствовать Томаса Риттер. Не могу сейчас говорить, извини. Иди за мной и прикрывай. Томас Риттер сейчас не может сопровождать вас. Недостаточно влияния. Неважно. Так, если я попробую, все равно. Сейчас он договорит. Я этого не заработал. А это мы отвечаем. Мы отвечаем сами себе. Так, ну ты, если так будешь лежать, ты, конечно, не поправишься. Тем более в крови все. Приветствовать. И за мной. Не в этот раз. Так, ладно, это у нас третий получается. Что тут делает? Высматривает Вендел. Короче, с ними пока общаться смысла нет. Здесь что у нас? Так, нотис, наверное, типа как внимание. Парк закрыт. Оставайся. Что-то stay away. Типа стой в другом парке. Что такое? Визиторс какой-то. Please drive. Ладно, короче. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Need new markers. И в конце уже так еле-еле дописал. Требуются новые маркеры. Ладно. Что еще? Что еще? Касса. Телефон, планшет. А, это мы, видимо, в почтовом отделении. Где-то домик лесника должен быть. Кола, диет, диет-кола, диетическая. Карц. Это действительно карты или это, по-моему, какой-то алкоголь? Welcome. Welcome to MT Tanner State Park. Так, ну ладно, сейчас мы это по-быстренькому. Это можно перевести, потому что все-таки мы здесь находимся. Я думаю, полезно знать, где мы находимся. Так, приблизить. Добро пожаловать в государственный парк Маунт Таннер. Так, стейт получается государственный. А там состояние... Если название игры взять, State of Decay. Ну да ладно. Вы входите в 10231 акров дикой природы и леса, отведенных для жителей горы Таннер. Усилиями бывшего губернатора Кэши Шипмана. Парк управляется и финансируется за счет предоставленных им целевых фондов. Пожалуйста, помогите нам сохранить и защитить. Так, здесь у нас написано. Все в природе должно быть защищено от нас. Капитан С. Бейкер. На горе... Таннер находится институты энтомологии КЛР. Государственный парк Таннера на лодках. Единственная известная среда обитания неуловимой западной кармы или кармы, которая считается вымершей. Дальше, по-моему, не перевелось. Ну да ладно. В общем, выходим. Прыгать сможешь. Так, ну здесь он хотя бы уже бегает сам. Можно еще ускориться. Так, эти места мы не занимаем. Ну, только если нас ранят, тогда будем занимать. Куда нам идти? Горные домики. Проверьте, есть ли в домиках выжившие или припасы.
Доступные задания обозначены зелеными значками. Так, а здесь, где у нас там был этап? Медпункт. Здесь совсем... А, нет, по идее же нам сюда должны были дать. Это выполнено. Где новые задания? Они же, по идее, здесь и должны быть. Сверху. Это событие, это состояние, это медпункт. Сведения о сооружении. А, здесь у нас домик лесника. Вот что у нас есть. Кладовая, есть медпункт. Вот этого вначале не заметил. Форпосты. Так, что здесь у нас? Возможное действие. Кладовая. Обустройство продуктовый склад. 1 час. 25 и 25 влияния. Создание надлежащих условий для хранения еды способствует тому, что она будет меньше портиться. Место для хранения. Возможность хранить до 10 единиц больше еды, боеприпасов, лекарств, топлива и материалов. Сохранение продуктов защищает продукты от скорой порчи. Я здесь не управляю. Недостаточно материалы. Нужно больше влияния. Удалить кладовую. Освободить это место для чего-то другого. Вряд ли меня послушают. Ладно, это нам не надо, значит. Интересно, где карта? Где это у нас? Ты что сделал? Задания где у нас появляются? Я вижу, что они здесь, но у нас же должен быть какой-то журнал заданий. По идее, это все вот здесь должно быть. Но здесь у нас просто новая постройка. А, вот у нас получается здесь найдите помощь. Хотя нет, не совсем то. В общем, не знаю, где именно вот это вот находится. Горные домики. Проверьте, есть ли в домиках выжившие или припасы. Ладно, потом разберемся. Думаю, отсюда будет отличный обзор. Осмотреться на местности. Водонапорная башня. Заберитесь на водопорную башню. А, то есть просто снизу слева подписывается. То есть сюда никуда не заносится. Ну ладно. Чтобы быстро взбираться, взобраться или спуститься по лестнице, нажимайте и удерживайте левый shift. Нажать и удерживать ПКМ. Определите места поиска. Нужно осмотреться. Готово. Транспорт. Обнаружен транспорт. Промышленный магазин. Обнаружено новое место. Лагерь. Два новых места. Еще лагерь. Домик. Эд. Еще один домик. Домик. Правда, у нас должен быть бинокль. В принципе, мы и так очень зоркие. Общественный туалет. База. Лагерь. Как много всего. Еще один лагерь. Думаю, пока что я увидел достаточно. Осмотр завершен. Выстрелы. Ага. Видимо, день не сдался, а не только у нас. Чтобы открыть карту, нажмите M. Удаленные выстрелы. Подсказка, нажмите пробел, чтобы установить или снять ориентир. Доступные задания обозначены зелеными значками. Пробел ЛКМ. Выясните, откуда стреляли. Либо проверить. Мы сначала проверим. Это я не знаю, что заполняется. Зелененькое. Мы здесь. Это наша территория. Сначала мы сходим туда. Нажмите Space, чтобы ориентировать. Но по факту это показ легенды. В общем, ясно. Вот там кто-то ходил. Он зомби идет. Что хорошего? Иди за мной, прикрывай. Эд Джонс сейчас не может сопровождать вас. Он и так с нами ходит. Как спускаться-то? А, он сам спускается. Ну или прыгает. Все, то есть на Е не надо нажимать. Хорошо, так где наше новое оружие? Это вот наша арматура. Кронштейн 2 на 2. Или какой там 2 на 4. Не знаю, есть ли смысл их бить. Не, ну мы прокачиваем же борьбу. Потом будет проще.
Зажмите Z, чтобы добить лежащего. Это понятно. Нам, правда, сюда не надо. Здесь машина есть. Подкрепитесь, чтобы временно пополнить запас энергии. И нам это не надо. Не нужна передышка. Не, ну ты же драться все равно можешь. С посмотром энергии закончить, что будет. Не, ну он все равно дерется из последних сил. Правда, головой мотает чересчур. Но тем не менее дерется, потому что говорили, что не сможет ни драться, ни стрелять, что-то вообще ничего не сможет. Ждем-то, пока восстановится. Мы, наверное, машину сейчас заберем. Багажник. Пусто. Если заехать в паркинг базы, все рюкзаки в машине будут доставлены автоматически. Прекрасно. Здесь кто-то есть. В смысле, аж напрыгнул. Лидер 102. Хотел из-под тяжка, но не получилось. Уровень силы 2. Так, а сила? Мы что-то тоже прокачивали. А, мы борьбу прокачали. Он, кстати, ХП идет. А, выносливость, видимо, то, что мы бегаем, будет прокачиваться. Лидерство. Укрепление дружбы плюс 25%. А было, я не помню, сколько. 10, по-моему. Сила плюс 50. Шанс смертельного удара плюс 50. А было 0. Осталось 50. Неплохо. Это прям глаза светятся. Так, ну здесь что-то важное должно быть. У нас на мини-карте показаны синие точки. Соответственно, это, наверное, места, которые нужно обыскать. Сначала надо вот так смотреть. А, вот здесь надо обыскать. Удерживать кнопку поиск. Подсказка, чтобы начать искать припасы и другие полезные вещи, нажмите удерживать Е. Нажмите удерживать Shift, левый Shift плюс Е, чтобы искать быстрее. Но помните, шума будет больше. Намного. Черт побери, это чревато проблемами. Так, ну здесь вроде мало. Прям выбежал. Надо уворачиваться от них. А в таргет нельзя взять? Вроде как нет. Хотя бы вдвоем бегаем. Так, короче, зря я шип нажимал. Они прибежали, аж, наверное, с другой округи вообще. С другого парка. Как же я устал. А чем нам нашли-то? Я что-то все подбирал. А что подбирал? Без понятия. Ресурсы и вопросики стоят. А, вот здесь красные точки тоже показаны. А как он хватает? Я тоже хочу. А, вот здесь что-то есть. Так, как хватать, я пока не знаю. Так, ну по-быстрому. Ножик взяли. Он лучше. Вот, по идее, да. Потрепанный лист штампованного металла. Как тебе так кью? Я просто пока еще не знаю, ломается ли оружие или нет. Так, жрет потихоньку меня. Может, Z надо зажать? Тогда он его схватит. Откуда вы беретесь? В общем, походу, они берутся прям не из ниоткуда. Так, а как менять там Q? Это меня как-то учит. А, колесиком. На F использовать. Знаешь, что меня беспокоит? Почему бы им не отправить этих людей в больницу? Блин, я даже не знаю. Все перевернулось с ног на голову. Думаешь, а дальше что? Колючая проволока и сторожевые вышки? Действительно неплохая идея. Нужно позаботиться о повышении безопасности. Чтобы получить информацию о своей базе, нажмите Tab, а затем Z. Я лечиться хочу. Хотя бы так.
Есть еще энергетики. Но больше вроде как не надо. Так, мы можем багажник сложить. Тет, а как перекинуть? Сложить пробел. Петарда. Резкие звуки сильно... Кто-то был. Резкие звуки сильно привлекают внимание. Лучше всего бросить их, а затем бежать или спрятаться. Либо всех расстрелять. Переставить можно как-то, нет? Всей видимости нельзя. Использовать, положить. Оно есть только туда-обратно. Так, мы петарды уберем. А, то есть даже вот так, да? Сейчас у нас ничего нету. В смысле есть. А, это у нас какой-то личный нож есть. Так, у нас тесак. Так, хорошо. Быстренько еще осмотрим. А, все, крестик стоит. То есть здесь больше ничего нет. Правильно? Вроде как правильно. Но есть что-то снаружи. Где-то вот здесь. Может, у кого-то все-таки можно что-то подобрать? А, синенький это наш напарник. Ориентир, это его ориентир. Так, кто-то сигналит. Закрыто. Сигналит, правда, на улице. Не в игре. Так, о чем это в багажник все сложили? У нас нету. Надо сломать. Отлично, я сюда складировал всякого. Ладно, начнем сюда попозже. Включать и выключать фонарик можно с помощью Т. Так, в принципе, пока он не нужен. Какая-то еще там была кнопка. Что-то делать. Я не помню, какая. Т и какая-то еще. Было все это вместе. Кто-то прям очень сильно сигналит. Так, X есть еще. Бросить рюкзак. Нажимаю на X, ничего не срабатывает. Так, это у нас бинокль, короче, обозначает вышки, откуда можно смотреть. Хорошо, в лагерь. Мы пока вернемся обратно, наверное. Плохо, что машину не взяли. Где время наше? Время прям непонятно. По карте ничего нету. Часов пока что у нас нету. О, можно с разбегу открывать. Так, хорошо. Складываем. Как складывать? Положить. Это мы себе оставим. Ты книжку читаешь? Что читаешь? Не разобрать. Так, ладно, мы отправляемся вот сюда. То, что нам нужно осмотреть. Чтобы спрятаться, залезьте в куст и присядьте. Обыскать домики. Можно же как-то к нему подойти сзади и атаковать. Подкрадывайтесь, нажмите здесь, чтобы мгновенно убить зомби. Это вот нужно. Ой, прекрасно. Все, теперь мы играем в стелсе. Правда, недолго. Здесь все тихо. Так, ну в общем, шуметь мы не будем. Потому что, я так понимаю, они прибегают прямо из ниоткуда. То есть их сейчас вроде нету, но они могут появиться из ниоткуда и будет их немало. Так, это у нас на доска. Удобное компактное оружие. Возьмем. Так, патроны. 45-й забираем. Короче, надо в первую очередь прокачивать, если будет такая, конечно, возможность, поиск, чтобы быстрее он все это осматривал. Что-то сегодня дела идут все хуже и хуже. Ясен хрен. Может, забуримся здесь с оставшейся текилой и будем ждать, пока все рассосется? Что-то слабо верится. Да, мне тоже. Так, патроны эти тоже заберу. А можно тебе место? У тебя же карманов много. У тебя еще жилетка с карманами.
И у тебя еще рюкзак. Может, можно как-то передавать это все? Так, все, стоит крестик, значит, здесь больше ничего нету. Баррикаду. А домик ничего не осталось. Что за баррикаду? Баррикаду, удерживать кнопку Е. Не, мы не будем, потому что мы сейчас что-нибудь потратим. Так, ну вообще-то я нажал на Z. Добить. Он почему-то его не скрытно убил, а просто толкнул. Кто-то есть, ну, по-моему, снаружи. Он с той стороны. Он башка торчит. А могу тебя это? Через стенку нельзя. Ну ладно, я знаю, что ты там. Вот поиска. Домик, ресурсы неизвестно. Так, это хотя бы складывается, это хорошо. Новое место не занимается. Так, ход поиска, вот это последнее. То есть здесь всего лишь два объекта было. Обыщите это место. Ладно, давай выберемся отсюда и вернемся в домик лесника. Или давай пойдем посмотрим, кто там стреляет. Ах да, а я-то надеялся, что ты забыл об этом. Чтобы открыть карту М, горные домики, нет выживших, хорошо. Так, ну мой... А, вот теперь вот это как типа изведанная территория. Это, кстати, хорошо. Я думал, это наша, это получается изведанная. Так, ну сходим, посмотрим, кто стреляет. Я думал, у нас тоже глаза светятся. А фонарик привлекает? Но это так нас увидел. Ладно. Так, вот здесь один. Я по мини-карте их вижу. Так, а по-моему... Вот у нас слева оружие стало немножко желтеньким. Ну вот вам и ежегодная рыбалка. Да, я не думаю, что когда-нибудь захочу сюда вернуться. Ну какие перспективы на следующий год? Пойдем на байдарках в Джорджии, полазим по пещерам в Северной Каролине или сходим с палатками в Кристал Лейк. Так, мы сходим сюда. Так, ну ты же встанешь сейчас. Уровень силы 3. Что нам это дает? А, он вспомогательные навыки какие-то открываются. Этого и не видел. Так, сила 3. 100% шанс смертельного удара. Только не проси меня помогать двигать мебель. Аккуратный толчок точно собьет врага с ног. Выберите специализацию. Сильный пинок. Мощный удар ногой, которым можно отправить врага в нокдаун. Я должен что-то одно выбрать, да? Или нет? Выберите специализацию. Это, наверное, чуть попозже будет. Пока это не работает. Так, ну да, вот у нас он желтенький, то есть он скоро может сломаться. Непригодно. А по идее уже непригодно. Как много всего. Так, выполнена водонапорная башня. Такой обзор может быть полезен. Нужно пометить подходящее место на своей карте, Маркус. Лучший навык лидерства. Поверь мне, вы стали быстрее завоевывать доверие. А уровень силы повышен. Если хочешь знать, я делаю жим лежа с большим весом, чем мой собственный. Вероятность смертельного удара увеличена. Борьба улучшена. Сразу после того, как уклонитесь, нажмите левую кнопку мыши, чтобы провести мощную контратаку. Должно быть оружие ближнего боя. Популярность плюс один, контратака сразу после того, как то же самое. Максимальный запас здоровья увеличен. Так, допустим, то есть вот так. Сразу атака. Ну, допустим, ладно. Я, правда, пока еще не уворачивался ни разу. Выздороветь не удалось. Не удалось залечить травму. Шейла не оправилась от травмы. Ну, хотя бы не умерла. Коробка с лекарством минус один. Модернизируйте лазарет, и лечение будет намного эффективнее. Выполнены горные домики. Удалось найти полезные вещички, но выживших нет. Хреново, Маркус.
Уровень силы повышен. Когда я кого-то толкаю, он падает. Узкая специализация, мощный толчок, мощный удар ногой. Вероятность смертельного удара увеличена. Как захват-то делать? Давай. Не получилось. Не получилось то, что я хотел. Так, где-то туалет, да? Ладно, обыскиваем тихонечко. Шуметь не будем. Плохо, что оружие быстро ломается. Так, необычный, необычная мачете, обычный садовый инструмент. Так, ну то есть мы это должны, видимо, экипировать. Это мы должны убрать. Можно убрать? Сломать. Можно просто сломать. Так, и что у нас? Что-то еще вот здесь. Дальше. А, это, наверное, с другой стороны. Здесь же, видимо, разделен мужской и женский. Это был мужской. Что, бургер? Бургер какой-то. Так, это женский. Здесь больше народу. А, чтобы освободиться, несколько раз подряд нажмите C. Вот этого я не знал. А здесь как бы тоже ничего не берется. Но черные точки есть. Отдаленные выстрелы — это не то, ресурсы. Это может где-то на крыше. А, здесь еще есть такое помещение. Exit, keep, clean. Чтобы вышибать двери, нажмите левую кнопку мыши. А здесь все тихо. Общественный туалет осмотрено. Ясно, где это все было. Это типа подсобка какая-то. Так, аптечка. Здесь вообще-то замок. В принципе, это нам не мешает. Так, еще аптечка. Надо, кстати, одну использовать. Она постепенно лечится. Так, все, это мы осмотрели. Так, ладно, тогда бежим на выстрел, наверное. Машин не видно. Или через дом пойдем. Как же я устал. Так, выносливость надо, конечно, качать. Но она качается, по идее. Потихоньку, вот она скоро прокачается. Видимо, надо энергию тратить, чтобы она прокачивалась. Так, это я чисто убрать эти патроны, потому что место занимает. А все положить 10. Отлично. Так, это можно... Это можно убрать. Так, идем смотреть, что там за выстрел. Может, там оружие подберем. Может, кто-то отстреливался и погиб. Мы просто заберем оружие. Оранжевый. Так, нажимаю на Z. Это толчок. Уровень выносливости 3. Хорошо. Вы стали выносливее. Сила во мне, как у медведя, и в ближнем бою я представляю большую опасность. Популярность плюс один, максимальный запас энергии увеличен. Так, что здесь напишут? Максимальная энергия 10. А была, по-моему, 5. Здесь все тихо. Так, еще и пусто. Все тихо и пусто. Не понимаю, почему ты так спокоен? Что? Чувак, мы только что убили кучу людей. Ты знаешь, что это значит? Даже если мы доберемся до города и расскажем об этом кому-нибудь, и нас упекут лет на 25, и будем мы думать только о том, пока давай постараемся, чтобы нас не съели. Эд, у тебя с головой все нормально. Ведь мы убили столько людей. Где у нас фонарик? То есть у нас светит, а откуда он светит?
Не очень понятно. Здесь все тихо. Тоже вроде зомби. А как вот этот пинок делать? Нажмите Z, чтобы добить, понятно, как этот пинки делать. Различные. С разбегу. Мы помним, если разбежаться. Если разбежаться и толкнуть, у нас энергия кончается. По-моему, вроде как. Нет, не упал. Так, все, мачете тоже сломался. Открепить, чтобы время пополнить запас энергии. Ну, допустим, выберем так. Колесико, закуска. Пускай просто будет. А мы отсюда пришли. Так, бежим туда на выстрелы. Так, закуска используем. Борьба уровень 4. Так, это, наверное, хорошо. Скажем так, я больше не плачу, когда ломаю ноготь на пальце. Никогда. Популярность плюс 1, максимальный запас здоровья увеличен. Так, борьба. Бонус на здоровье 15. Вон как много всего. Оружейная специализация. Освойте ударное оружие. Вероятность сбить. Так, выберите специализацию. Что-то где-то я недопонимаю, да? Может, она выбирается где-нибудь в доме, наверное. То есть это все из того, что я могу выбрать. Ударное оружие. Освойте ударное оружие. Вероятность сбить с ног 25%. Режущее оружие. Освойте режущее оружие. Вероятность обезглавить 25%. Тяжелое оружие. Освойте тяжелое оружие. Шанс нанести мощный удар плюс 14%. Так, то есть есть ударное, есть режущее, есть тяжелое. Пистолеты. Требуется умение стрелять 4 уровня. Выберите специализацию. Пока не могу. Где-то опять стреляют. И это к нам подкрадывается. Так, ладно, аккуратно бежим. Не тратим выносливость. Так, туда не очень хочется спускаться, ну ладно. Колтон. Стрэнд. Так, нужна помощь. Помогите незнакомцу. Да она сама справилась. Она просто их раскидала. Прям викинг какой-то. А мы бьем какой-то труп. Отдаленный выстрел, спасенная Майя. О боже, ты в порядке? В смысле, кроме странствий по лесу, нападений психопатов и гибели двух моих лучших друзей? Да, я в полном порядке. Извини, что я спросил. Ну, и такое творится повсюду? Надеюсь, нет. Те, кому удалось уцелеть в домике лесника, кажется, они знают, что здесь творится. Времени выяснять, что к чему, просто не было. Черт побери, так давайте вернемся. Кто идет впереди? Ты или я? Переключаться между Майей и Маркусом можно на вкладке «Люди». Чтобы открыть журнал, нажмите «Tab». Так, вот так сразу, да? Вот мы только познакомились, а уже можно играть за нее. Еще один нахлебник. Так, у нас население 6. А, Майя Торрес. А Торрес у кого-то был, нет? Нет. И все-таки откуда ты? Я еще несколько ребят из моего отряда пришли сюда, чтобы поохотиться на оленей. Ты слушаешь арк в армии? Я смотрю, ты все подмечаешь. Короче, мы уже возвращались обратно, как эти психи набросились на нас, черт знает откуда. Что случилось? Ты меня видишь? А Колтона или Стрэнда? Вот и подумай. Ты их убила? Но она имеет в виду, как бы ты меня видишь, то есть она должна вся быть окровавленная какая-то, она нормальная. А их, видимо, убили. Майя Торрес, отношение грубость, топор. Топор есть в каждом дровяном сарае. Винтовка 750 Форестер. Солдат. Винтовка. Для охоты на крупную дичь нужно иметь хорошую винтовку. Так, вот здесь много всего пошло, я пока не понимаю. Типа... Видимо, 4 из 5 это у нас прицеливание, то есть точность. Потом
Там, наверное, поломка идет. То есть, насколько часто они ломаются, что ли? Типа прочности. Типа одна из пяти, что она быстро выйдет из строя, наверное. Потом это шум по-любому. Бесшумная. Почему-то потом стоит галочка. Потом перезарядка на 4 из 5. Прицеливание типа как нету. 7,5 фунтов. Калибр 7,62 мм. 5 патронов. Так, ладно, серьезный. Я просто стараюсь спасти свою шкуру. Тебя что-то не устраивает? Улучшен интеллект. Солдат, в такой ситуации всегда мечтаешь действовать по приказу. Улучшенная борьба и умение стрелять из оружия. Зоркий глаз, врожденный стрелок, быстрее учится стрельбе. Так, 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 друг. Это наш друг. 100, 120, 90, 100. И как переключиться? Переключиться на Q. А вот так через загрузку прям. Так, а можно это забрать? Бонусный опыт за зоркость. А это именно здесь подписано. Так, но здесь у нас нету никакого лидерства и ничего такого. Есть интеллект. Скорость сбора 8 секунд, хорошо. Так, бонусное здоровье. Уменьшение отдачи. Стрельба. Выполнены выстрелы вдалеке. Спасенная Майя. Ну, я ни в коем случае не буду возражать против того, чтобы нас поддерживали обученные солдаты. Маркус. При оружии и представляет опасность. Нажмите удерживать ПКМ, чтобы прицелиться. Ну, короче, понятно. Левый, чтобы стрелять. Перезарядка. Так, у нас 30 патронов. А можно как-то это, подробности? Ага, подробности. Вот, кстати, где у нас еще умения есть? Интеллект, подробности. А я вот этого всего и не видел. Здесь еще есть в каждом еще подробности. Так, ну, посмотрим, посмотрим. Посмотрим подробности. Здесь нет подробностей. Так, выносливость. Подробности. Максимальная энергия, основной навык, это все, в принципе, то же самое. Вам крышка, умение обучения. Тренируйте выносливость дедовским методом, бегайте как можно больше. Основные сведения. Удерживайте левый shift, чтобы быстрее бежать. Нажмите пробел, чтобы взбираться или перепрыгивать через предметы. Резко подбегите к двери, чтобы выбить ее. Спецприем. Требуется выносливость 7 уровня. К данному навыку прилагаются специальные приемы, вы можете выбрать всего один. Угу. Так, интеллект. Обучение. Ищите ресурсы, и ваш интеллект будет развиваться. Основные сведения. Чтобы начать искать, нажмите и удерживайте E. Чтобы искать быстрее, нажмите и удерживайте левый shift плюс E. Но помните, что ему будет больше. Бесшумные поиски. А, это у нас бесшумность означает. Требуется интеллект 4 уровня. Теперь, когда я ищу что-то, я делаю это намного тише. Ловкие ручки. Осторожность важнее всего. Теперь у меня будет меньше шансов сломать что-нибудь во время поисков. А, она еще что-то ломает. Спецприем. К данному навыку прилагаются специальные приемы, вы можете выбрать всего один. Так, борьба. Раздробите череп, уничтожьте мозг, отрубите голову. Не сдавайтесь и быстро станете экспертом по самообороне. Основные сведения. Нажмите LKM, чтобы атаковать, нажмите C, чтобы увернуться от удара. Развести. По-моему, контр. Нажмите E, чтобы оттолкнуть на E, разве? Мне кажется, здесь все перепутано. Нажмите пробел для атаки в прыжке. Удерживайте левый shift для дополнительного движения. Так, C, чтобы увернуться от удара. В принципе, да. Так, то есть надо на... А мы сейчас попробуем. Будет надо на E нажать. Что-то там сделать зомби. Сейчас какой-нибудь зомби найдем. А предмет, получается, так просто не передать, да? Так, на X бросить рюкзак не получается. Вон сзади кто-то был. Попробуем на E. А, вот, на E у нас удар ногой. На E у нас удар ногой. Так, хорошо. То есть, C увернуться от удара. Нажмите E, чтобы оттолкнуть зомби. Ну, можно, видимо, на E, можно на... Мы еще на Z нажимали. На Z тогда оттолкнуть тоже.
Пробел для атаки в прыжке удерживайте для дополнительного движения. Контратака, требуется борьба третьего уровня. Сразу после того, как уклонились, нажмите левую кнопку мыши, чтобы провести мощную контратаку. Должно быть оружие ближнего боя. Специализация ближний бой. Если вы еще не выбрали, на каком оружии специализироваться, можно выбрать оружие ближнего боя. Спецприем. К данному навыку прилагается специальный прием. Так, это понятно. У нас выбрано и то, и то. То есть так будет наносить топором, так стрелять. А что насчет вас двоих? Чем вы тут занимаетесь? Романтический отдых? Рыбалка. Наш традиционный способ раз в году приостановить этот бег по кругу и расслабиться. А также наш ритуал клюнуть на соблазнительную продавщицу. Она и такая уж заводная, Эд. Не слушай его, она просто завидует. Он просто завидует. У нее были усы. Совсем крохотные. Совсем крохотные. Ну да, еще волосы у них есть на руках. Крохотные. Физиология как бы. Так, ну стрелять мы сейчас не будем. Немного еды было бы весьма кстати. Да, конечно. Здесь только не напасешься на вас. Так, а мы все прочитали? Мы, по-моему, не все прочитали. Стрельбу не прочитали. Или прочитали? Нет, стрельбу мы не читали. Про борьбу прочитали. Стрельба. Пуля в лоб и готово. Они все равно уже мертвы, а тебе это поможет научиться стрелять. Зажмите ПКМ, чтобы прицелиться. Чтобы выстрелить, нажмите ЛКМ. Для стрельбы из автоматического оружия зажмите левую кнопку мыши. Чтобы перезарядить оружие, нажмите R, когда будете целиться. Более точная стрельба. Изменить темп стрельбы для автоматического оружия. Прицельтесь ПКМ и нажмите пробел. Посмотрите в оптический прицел, нажмите Q. Или смените плечо, если оружие без прицела. Так, это надо сразу проверять. В принципе, что так, ничего страшного. В принципе, за правое плеча покомфортнее, что ли. А, автоматически все равно берет справа. Ну и ладно. Так, что там еще было? Кью или смените плечо, пробел. Здесь пробел не работает. Соответственно, это, видимо, для этих, для пистолетов, ПП. Так, дальше. Spray and pray. Теперь я умею быстрее перемещаться, когда целюсь. Ладно. Это у нас, видимо, третий уровень требуется. Да, у нас третий есть. Уменьшение отдачи 20%. Быстрая перезарядка. Важно сохранить спокойствие в критической ситуации. Теперь я перезаряжаю свое оружие намного быстрее. И специализация оружия... Еще не все. Не дают почитать. Так, это понятно или нет? Не здесь. Специализация оружия. Можно выбрать огнестрельное оружие, если вы еще не определились с оружием, с оружейной специализацией. Это потом. Все остальное пустая трата времени. Я могу взять на прицел голову зомби еще с большего расстояния. Как у тебя много всего тут. Седьмой. Эти два четвертых. Профилактика. Ну, то есть она явно с это по стрельбе. То есть у нее 7. Здесь всего у нее по 7. Что в борьбе такого нет. То есть как бы и все. А в стрельбе прям у нее хорошо. Надо посмотреть потом у того, у Маркуса, что там. Так, профилактика. Теперь оружие служит еще дольше. А если его и заклинит, я могу быстро решить эту проблему. Меткий стрелок. Я быстрее прицеливаюсь, быстрее перезаряжаю оружие и могу приметить голову зомби на еще большем расстоянии. Спецприем. Вы можете выбрать всего один. Так, ладно, того потом посмотрим. И почему потом? Давайте сейчас пока помним. Плохо, что переход идет с помощью загрузки, вот этой небольшой. 2-3. А у нее тоже, по-моему, было 2-3. Как-то влияет на общий, нет? Так, что у тебя есть? Выносливость. Туда нажал. Так, escape. Интеллект, все то же самое. А, контратака, специализация, ближний бой. Здесь, видимо, уже так было выбрано. Стрельба. А, стрельба, все то же самое.
Так, вот сила. Там у нее не было что? Силы у нее не было. И лидерство. Сила. Физически сильный человек вырывается в самую гущу зомби и разбирается с ними вручную. Обучение. Так, это у нас сила. Сильная спина. Вы можете переносить больше вещей в рюкзаке без перегруза. Вьючный мул. Вы можете переносить больше предметов за раз. Сила. При использовании тяжелого оружия расходуется меньше энергии, и вам легче им размахивать. Так, понятно. Теперь вы сможете быстрее перемещаться и лучше контролировать стрельбу при использовании тяжелых пулеметов. Вспомогательный навык. Вы можете выбрать один из двух дополнительных навыков. Умение защищаться. Вы можете выбрать один из двух защитных навыков. Так, вот, допустим, дополнительный навык. Вспомогательный. Это и так работает. Это оружейное. Других навыков у меня и нет. Ладно, лидерство. Талантливый лидер всегда на передовой. Он всегда в гуще боя и ведет остальных за собой. Рюкзак. Как мне выкинуть? Выкинуть, видимо, нельзя. Можно просто передать вещи. А нет сил, не под ним. Не подменишь меня. Переключиться на Майя Торрес. Маркус должен отдохнуть, чтобы восстановить здоровье и силы. А, можно вот так. Так удобнее, кстати. Просто подошел, сразу переключился. Так, у нее тоже 3-2. А у того, по-моему, было 2-3. Так, две аптечки, три этих. Я просто смотрю, у них все-таки одно и то же или не одно и то же. По идее, разный рюкзак должен быть. Да, здесь у нас три аптечки. Ладно, мы за нее побегаем, пускай постреляется. Хотя я бы оружие просто Маркусу отдал. Здесь, к сожалению, по-моему, передавать нельзя. Если нажать... то обмена никакого нету. Ладно, идем на базу. В общем, в общих чертах мы посмотрели все эти специализации, то, как работает. Так, в общем-то, желтая у нас заканчивалась, а потом она опустилась полностью до нуля. Так вот она используется. Потом она восстанавливается. То есть эта желтая полоска, она же не просто так. То есть, по идее, она должна как-то быстрее восстанавливаться. Хотя, может быть, с помощью закуски она будет восстанавливаться. Именно то, что желтое помечено. Не знаю. Так, добежали. Какого хрена? Ты же говорил, что здесь есть выжившие. Всего минут назад они были в порядке. Но, видимо, теперь уже нет. Эй, народ, ну же, ну нужно хотя бы проверить тут все. Кто-нибудь мог выжить? А, то есть тут прям зомби побывали. Вздыхает. Он мертв. Да. Бедолага. Посмотрим, может, при нем есть кошелек или что-нибудь другое. Какого хрена, Эд? Спокойно, я просто ищу его паспорт. Дерьмо. Спасите Эда. Помоги. Так, то есть он теперь у нас кусанный. Этот парень был мертв. Клянусь богом, он был мертв. Не могу это поверить. Слушай, я не знаю, в этом нет никакого смысла. Мы не можем здесь оставаться. Хватаем все, что можем с собой унести, и проваливаем. Так, теперь тебя тоже надо убрать. Он вернулся, а мы попали куда-то сюда. Короче, своих нельзя стрелять. Задание побег. Так, что нам говорят? Домик лесника, все мертвы. О, блин, у нас не было всего несколько минут. Что за хрень здесь произошла? Майя. Умер Томас Риттер. Так, то есть мы теперь от этого, от лица Майи будем говорить. Ну, раз мы за нее играем, видимо, от ее лица. Так, то есть надо все забрать, да? Забираем, забираем. У меня нет места для этого. Ваш инвентарь заполнен. Так, я вот здесь могу... Ну ладно, не будем так делать.
Я хотел к этому Кэмпбеллу передать оружие, а потом подумал смысл. Так, ну здесь больше ничего нет. Все, ты точно мертв. А вот на Е можно добивать, чтоб этот не тратить. Так, побег, а чё так далеко? Может, машину нам дадут? Не, ну мы ее тогда вскрыть не смогли, сейчас, наверное, не сможем. Ладно, просто убегаем. Так, тогда мы будем за эту играть. А хотя бы стрелять умеет. А что слышно? Ничего. Так что, куда путь? Я не знаю. Я думаю, нам нужно отправиться в город, чтобы найти кого-нибудь. Да, или... Или что? Ну, я взял у него портативную рацию. Возможно, мы можем кого-то по ней вызвать. Боже, Эд, зачем ты это сделал? Не знаю, думаю, раз у него есть рация, на другом конце тоже кто-то есть. Ты ограбил мертвого, а теперь рассчитываешь на то, что его друзья станут нам помогать? Кто сказал, что они его друзья? Может, он им даже не нравился? Получен ключ от грузовика и рация. Пап? Папа, ты здесь? Вот дерьмо. Ау, ты меня слышишь? Эй, послушай, мы застряли на горе Таннер. Моему другу нужен врач. Ты можешь помочь? Сможете добраться до Спенсер Милл? Мы спрятались в церкви. Если ваш друг не выглядит опасно, мы вас пустим. Церковь Спенсер Милл. Направляемся туда. Постараемся выглядеть на не слишком опасно. Все. Так, нам дали что-то. Какие-то ключи, по-моему. Я, правда, особо не заметил. Я радио видел. Так, уходи. Здесь вроде как нету. По-моему, ключи все-таки от грузовика. Нажмите Е, чтобы сесть в машину. Так, я нажимал на контр, но что-то как-то не так. Не сработало. Куда побежал? Само по себе бегает. Так, на контр у нас есть кувырок. На си у нас типа слегка увернус. Вот куда она бежит? Я нажимаю постоянно налево, она бежит потом в другую сторону. Еще один. Еще один зомби. А здесь все тихо. Промышленный магазин осмотрено. Так, хорошо, нам выдали вот это вот для этой машины, нам выдали ключи. Где они у нас? Где они числятся? Я просто понимать на будущее. Влияние населения, рабочие 3, кровати, популярность. А, вот здесь, наверное, поможет быстро унести ноги. Старый пикап. А, ну, видимо, да, наверное, ключи от этого мы взяли. Эти старые надежные пикапы до сих пор остаются любимцами фермеров и помогают им в ежедневных трудах. Высокой скорости не развивают, но отличаются прочностью. Имеют 2 места спереди и 2 сзади. Старый пикап. 4 места. Прочность. Это, видимо, управляемость, скорость и, видимо, разгон. Чтобы ехать быстрее, W. Чтобы притормозить или сдать назад, S. Так, а можно еще вот бить дверью. Я помню. Так, гудок. Так, а сирена. А, ну сирены здесь нет. Норма. На левый контр сирена, но это, видимо, нужна полицейская. Так, сейчас бы я. Может, здесь надо разогнаться?
Так, чтобы отбросить. Я именно это и делал. Давай, дерись там. Так, ну он его собьет. Я не знаю, наверное, надо перепрыгнуть. Прекрасно. Мы уже горим. Мой разум крепчает, и психа все больше. Ну так кто-то тоже не перепрыгнул. Машина стоит. Не знаю, вроде бы здесь можно забраться наверх. Чтобы подпрыгнуть или взобраться куда-то, нажмите пробел. Так вот, мы можем здесь залезть. Так, я не знаю, может надо разогнаться было посильнее. Либо есть какой-то другой путь. А либо просто нельзя туда попасть. Я сейчас попробуем разогнаться побыстрее. Но оно уже начинает дымиться. Возможно, и не получится. Понятно. Ладно, хороший был пикап. Ну ничего, другой найдем. Чего вас так много-то? Они прям сверху прыгают. Наверное, потому что я посигналил. Так, ты еще работаешь? Так, все еще работает. Давайте садитесь. По всей видимости, мы его оставляем здесь. Хотя, если мы потом... Ну, теперь мы здесь точно не пройдем. Отлично, мы тут будем играть в пикник семьи каннибалов. Пока кто-то не найдет нас. Может и нет. Давайте пройдем ниже по течению. Возможно, удастся найти брод. А сразу так нельзя было, когда я сюда только подъехал. Так, ну машина немножко в сторону отошла. Это хорошо, здесь с той стороны мы будем... Ты долго перезаряжаешься. Если мы с той стороны будем перепрыгивать, то как раз таки машина должна быть в стороне. К оружию. К какому? Так, прокачиваем стрельбу. Не, я думаю, патроны надо на потом оставить. Так, где-то они здесь хотели забраться, по-моему. А в этой машине есть что-нибудь? Вошми, помой мне. Да как бы тебя уже давно течение моет. Вон там можешь забраться. Так, а машина у нас отмечена теперь здесь. Старый пикап. То есть любой старый пикап я смогу открыть. Мне нужна передышка. Так, на карте вот он светится красной точкой, значит он потом встанет. Ой, а вы прям это как близнецы. Мы направляемся к вам. Вы сказали, что скрываетесь в церкви. Что, черт возьми, здесь происходит? Задание побег отправляется в город. А вы еще не в курсе? Возле озера не ловит сигнал. Похоже, мы многое пропустили. Мы знаем лишь то, что толпа психопатов пытается нас сожрать. Это началось около 12-13 дней назад, по-моему. Сначала это были просто жуткие истории. Разные налеты, жестокость в больницах, черные вертолеты в небе. Просто странные вещи. Наверное, они просто не хотели говорить об этом, но правда сама всплыла наружу. Люди довольно быстро поняли, что к чему. Люди, которые как бы умерли, они не умирают. Они восстают из мертвых и становятся этими существами. Я сказал тебе, что этот парень был мертв. Похоже, что единственный способ остановить их – это попадание в голову. По-другому их не прикончить. Хоть сказать, это зомби? Я не знаю. Возможно, это какой-то мутировавший супервирус, или радиация из космоса, или черная магия, или ярость нашего всемогущего Господа. Мы можем лишь догадываться. Так, минутку. А как на это все реагирует правительство? Они не выслали Национальную гвардию и не предприняли ничего такого? Власти?
Ты не понимаешь, у нас тут полный хаос. Сначала они сказали нам оставаться дома, закрыть все двери и ждать сигнала отбоя. Затем вырубилось электричество, а отбой так и не прозвучал. Так, и вот так вот просто прервали общение. Так, надо и другой, да, какой-то пикап. Есть что в багажнике? Нету ничего. У нас нету от него ключей. Что за машина такая? Задание обозначено синими кругами. Откуда у нас ключи от этой машины? Внедорожник. Следы за правым флангом. Кто там? Опять кого-то душ. Он, по-моему, сам на них нападает. Прибегут, да? А вон, на мини-карте были белые точки. Впереди зомби. Пойдем прямо или в обход? Мы на машине поедем. Здесь где-то был зомби. Сейчас я его убью, и на мини-карте будет много точек. Вот, то есть все, которые нас вроде и слышат, и не слышат. Я просто пока прокачиваю стрельбу. Ее же надо прокачивать. По-любому ее надо прокачивать. Где-то вот здесь еще один был. Плохо, что с них не падают никакие ни патроны, ничего вообще. Так, откуда мы можем вообще ездить на внедорожнике? С чего бы это вдруг? А, у нас все скинулось. Так, выполните побег. Следующая остановка — Спенсер Милл, Майя. Задание — голос по радио, выживший в церкви. Не уверена, что полностью им доверяю, но они хотя бы не пытаются застрелить нас при встрече. Майя. Короче, мы играем за Майю, поэтому все получается, все пишется от ее лица. Так, ну как нам сказали, да, свернем, либо поедем прямо. А куда мы там свернем? Туда мы не свернем. Ладно, пока просто едем по дороге. Я думаю, потом у нас будет еще много времени все осмотреть. Открыла, закрыла. Проверила, закрыла. Закрыта ли дверь? Так, а бензин здесь же говорит, что вроде как топливо должно быть. Заканчиваться должно. Вот такой же внедорожник. Так, это вода, да? Вроде как озеро. Но так, каким образом вы оказались на этой частоте? Просто повезло, наверное. На озере бедлам творился. Ты не расскажешь? Я пока не знаю. Это же ее отец. Ты хочешь признаться, что мы убили ее отца и украли его рацию, прежде чем они тебе помогут? Хорошо, хорошо. Эту часть можно опустить. Но мы же не убивали ее отца. Ее. Так, этих, в принципе, можно разбивать, но мы тогда... Это, внедорожник у нас портится. О, можно полицейскую взять. И можно сигналить по-любому. А, спереди зомби. Вот здесь все открыто. О, отлично. Все, она пошустрее, кстати, будет. Шериф, мы типа шериф. Чтобы ехать быстрее, W, чтобы притормозить. Это было. Она явно быстрее едет. Ой, там прям кто-то из окна прям вылез. Так, а можно еще на Q? А, вот по мини-карте видно, какой радиус. Ну,
короче, таким образом, я не знаю, можно всех отгонить. А что нам говорили, говорит, это машина, говорит, ограничена. Здесь машин вон сколько, вот здесь две стоят. Надо найти самую лучшую. Какая самая быстрая будет. Или лучше не быструю брать. Чтобы использовать ручной тормоз, удерживать пробел, чтобы ударить зомби дверью, нажмите ЛКМ. Это понятно. Надо смотреть по багажнику. То есть здесь у нас получается всего лишь 6 мест. Слева могут быть проблемы. А здесь, наверное, больше. А здесь тоже 6. Странно. Еще внедорожник. Может, в пикапе больше мест. Тоже 6. Значит, их надо как-то будет прокачивать. Так, что это у нас? Big Daddy Auto Repair. Так, ремонт. Собственно, мы здесь можем, наверное, отремонтировать машину. Или просто забрать ресурс. Ладно, промазал. Я посматриваю направо, к нам приближается зомби. Уровень стрельба 4. Отлично. Это нам даст. Так, я боюсь, сейчас я нажму. Пистолеты, скорость стрельбы. Поражающие свойства. Готовь скорость встретимся с ними, если будем и дальше идти по этой дороге. Так, прям не дают ничего почитать. Постоянно кто-то нападает. Дайте прочитать. Пистолета. Отащите навык стрельбы из пистолета. Револьвера. Отащите навык стрельбы из револьвера. Плюс 14. Скорость стрельбы плюс 10. Поражающие свойства. Следи за правым флангом. Вы давайте там охраняйте, пока я читаю. Винтовки. Отащите навык стрельбы из винтовки. У нас винтовка. У нас вроде винтовка. И штурмовое оружие. Так, а здесь у нас расстояние до цели плюс 25%. Штурмовое оружие. Отащите навык стрельбы из штурмового оружия. Винтовка. Винтовки и ПП. Винтовки, винтовки и ПП. Управление плюс 10%. Аккуратнее справа зомби атакуют. Так, у нас винтовка. Допустим. Теперь мы можем пойти куда? Как нам это взять? А, это еще не все было. Это еще не все, еще дробовики. Зомби справа. Дробовики. Отточить навык стрельбы из дробовика. Радиус поражения плюс 7%. Так, как мне это изучить? Выберите специализацию. Идем в стрельбу, нажимаем сюда. Специализация оружия не выбирается. Я так понимаю, все-таки где-то в доме, наверное, там бонусный опыт за зоркость. Где-то в доме, наверное, можно будет, ну, в этом убежище. Можно будет применять эти специализации. Прям так на улице вроде как нельзя. Кофе. Немного восстанавливает запас энергии. Он холодный, затхлый, как будто отфильтрованный через кишки зомби. Но черт побери, это кофе. Можно сразу использовать? Использовать нельзя. Так, перезарядить оружие. Это не подойдет. Эти патроны не подходят к вашему оружию. У нас какой? 7.62. Короче, ничего не получится. То есть мне кофе, в принципе, не взять. Я не могу отсюда взять и сюда что-нибудь положить временно, чтобы кофе использовать и потом обратно переложить. Это неудобно. Зомби на хвосте. Так, ну давай за тебя. Ей не нажимается. А, нельзя больше за него. Видимо, в этом месте нельзя. Надо выйти. Или больше нельзя. Почему-то за него больше нельзя. Переключаться. Так, ну хорошо, ладно. Возьмем, сделаем так. Будем на шерифской кататься. Так, эти нам пока не нужны. Скучает.
Офис, да, может, продать можно будет. Ничего не осталось. Так, а здесь почему ничего не осталось? Вот здесь что-то есть. Все чисто. Ладно, здесь тоже ничего нет. Тогда ладно, ничего не осталось. Так, соответственно, просто проверю. Багажники у нас, соответственно, все разные, да? Да. 911. Ну, она такая зелененькая. Правда, не понятно, почему она зелененькая. Но она очень выделяется. Главное не сигналить. Ладно, за это уже никто не накажет. Надо все машины протестировать, какая будет лучше. Ясно. Так, это церковь, да? Ой, здесь у вас же оборона есть. Так, мы будем парковаться аккуратно. Место сразу забиваем свое. Что там написано? Непонятно. Сейчас поближе посмотрим. По-любому нас ждали. Все прекрасно.